Как укрыться от дождя? Новый способ нашел житель Махачкалы. Мужчина в прямом смысле сделал из своей иномарки пешеходный переход. Водитель джипа помог застрявшим посреди дороги молодым людям преодолеть огромную лужу. Ребята заходят в салон автомобиля через одну дверь, ну а выходят через другую. Вот так мужчина буквально спас пешеходов от непогоды. Ну, смекалистым оказался не только владелец иномарки, но и эти ребята. Между прочим, это тоже Махачкала. Молодые люди едут по затопленным улицам города на машине, прямо на крыше. Ну, это еще не все. В общем, в таких достаточно экстремальных условиях парни решили сделать еще необычное селфи.